Учні Конотопської дитячої школи мистецтв отримали величезний подарунок – оновлену глядацьку залу. До її ремонту долучилися міська влада, відділ освіти в особі Безпалої Ольги Віталіївни, начальника відділу, а також благодійники і меценати. Сьогодні школа мистецтв дуже вдячна людям, які подарували цей чудовий зал. Багато років ми мріяли про те, щоб в нашій школі був такий зал, який відповідав би естетичному напрямку нашої школи. Діти прагнуть потрапити на цю сцену, але дивлячись в зал, вони повинні бачити вдячні очі глядачів. А вдячні очі глядачів, знаходячись в такому чудовому, прекрасному залі, завжди будуть. І діти будуть своїми оченятами радіти, тому що бачать. Це зал – це серце нашої школи. І тому, маючи такий чудовий зал, діти будуть отримувати справжню насолоду в своїй творчості, яку вони підготували для нашого глядача, глядача міста. І вже в жовтні закінчилися роботи в цьому залі. А в листопаді вже пройшло 3 міських заходи. Це «Україна моя Барвінкова», це конкурс читців шкіл загальноосвітніх нашого міста. Пройшов вечір, творчий вечір Олександра Платонова в нашому залі. І буквально сьогодні, 29 листопада, відбулися захід, фестиваль дитячої пісенної творчості дошкільних навчальних закладів. Тобто в нашу школу потягнулися творчі особистості, а це дуже приємно. І ми вдячні за це людям, які змогли вирішити нашу таку глобальну проблему, тому що для нас це дуже важливо. Для нас, наших дітей, вчителів, батьків, маючи такий зал, ми хочемо подякувати, по-перше, Олександру Вікторовичу Кирію, який зробив багаторівневу залу, де глядач почуває себе дуже комфортно і нічого йому не заважає. Зараз дуже зручно знаходитись в такому залі, глядацькому саме. Я хочу подякувати Дмитру Івановичу Новикову, який допоміг вирішити питання з трубою, яка скривдила нашу, зруйнувала стіну в залі, і чому ми не могли раніше зробити ремонт. Хочу вдячність виразити Семенихіну Артему Юрійовичу, який знайшов можливість профінансувати фарбування стін. Будівельна бригада Олександра Вікторовича Кирія допомогла нам привести в естетичний вигляд цей зал. Це фарбування стін. Дуже багато було сил витрачено на те, щоб підібрати колір залу і порталів, щоб вони були як єдине ціле у своєму вимірі. Світильники. Все це відновлено. І ще є дуже багато проблем, які стосуються сцени, заміна одягу сценічного, щоб вже було все досить ідеально в цьому залі. Але ж це наші справи на майбутнє. Це подарунок не тільки для учнів і викладачів дитячої школи мистецтв, а для всіх мешканців і гостей міста, де вже проводяться і проводитимуться культурно-просвітницькі заходи. Александр Викторович, зал, в котором мы сейчас находимся, это зал детской школы мистецтва Конотопской, но меня просто поразил. Я знаю с начала основания этой школы, я помню этот зал не очень уютный, не очень удобный. Каждый предыдущий ряд мешал последующему, да, не видно было сцен. Что произошло тут? Расскажите. Ну, здесь произошел ремонт. Здесь произошел, ну, на мой взгляд, хороший, нужный, очень нужный, своевременный, качественный ремонт. Вот. Ну, во-первых, конечно же, благодаря инициативе
администрации этого закладу. Нищишиной. Да, Евгения Зиновьевна. Ну, при поддержке, конечно, местного головы, потому что он тоже как бы был здесь и проникся тем, что здесь необходим ремонт. Вот. Ну, а я, как будем говорить, как родитель, прежде всего, потому что у меня здесь занимается ребенок, и так сложилось, что в этом зале я бывал неоднократно, вот, и смотрел спектакли, смотрел выступления детей, которые я не один год посещаю эту школу, в общем-то, и, ну, прежде всего, для меня важно то, что этот заклад необходим. Он необходим что детям, что нашим канатопчанам, что это в большом смысле необходим всей стране, потому что это искусство, это культура, это и освита, это развитие, это будущее, потому что здесь учат детей тому, чему, в общем-то, сложно научить родителям дома. В школах там дети учат сухую физику и математику, а здесь красота, здесь аплодисменты, здесь цветы, здесь выступления, здесь костюмы, здесь духовность. Праздник. Духовности. Здесь праздники, каждый день праздник. И для детей, которые сюда ходят, потому что я вижу впечатление своего ребенка, когда он приходит после занятия в этой школе. И вижу потом результаты, потому что результаты на самом деле высокие. Ну и, конечно, зал, будем говорить, был недостаточно соответствовал тому предназначению, как театральный зал. Здесь были ровные полы, здесь не было там достаточно хорошего качественного покрытия на полах. Не было качественного освещения, не было таких на сегодняшний день нарядных стен и сцены самой по себе. А самое главное, не было амфитеатра. И как бы я сам, как зритель, столкнулся с этим, когда здесь около 100 человек находятся и смотрят спектакль, и людям приходится смотреть в затылок перед сидящим зрителем. И это совсем неудобно. Тем более зрители разные, и дети, и взрослые. Ну, так вот возникло желание, и слава Богу, что была возможность помочь этой школе, этому залу, и построить вот то, что построилось. Часть денег дал местный голова, то есть местная рада. Но основная часть денег – это меценатских денег, в общем-то, спонсоров, которым… Ну, мы с вами не зря встретились здесь, в этом зале, потому что ваше непосредственное участие, вот я хотела спросить, это и ваши депутатские деньги, и, наверное, ваши личные деньги. Ну, и не потому, я так понимаю, что ваш ребенок здесь занимается, да? Ну, и потому что ребенок, прежде всего, мой ребенок, и потому что здесь все дети. А для меня, я депутат и в комиссии по делам молодежи, спорта, культуры, искусства. То есть это мое, и я за это переживаю. На самом деле я помогаю многим школам и многим таким учебным заведениям и таким подобным заведениям, в которых мы сейчас находимся. И здесь депутатских денег нету, здесь мои личные деньги, все до копейки. Поэтому я рад, я знаю, что это нужно, что это необходимо. Я благодарю Бога, что он дает мне возможность зарабатывать. А я, в общем-то, наверное, вроде, то и вы знаете, ну, я не жадный человек, правда? Помогаю всем, чем могу, если есть возможность. Но что ж не помочь, а это первоочередное. То, что касается, Татьяна Николаевна, Осветян, зашкилья, позашкилья, спорта и медицины – это то, что я считаю, как гражданин, прежде всего, нашей страны, Украины. Это в первую очередь мы должны уделять внимание сюда. Освита, медицина, дети, дети и дети.